и, возможно, с первого места как раз-таки и выйдут в плей-офф. Мы будем с нетерпением смотреть дальше. Ну что ж, начало. Начало у нас пистолетный раунд. Брейвс против, собственно, команды Flaming Diamond у нас выступают. Итак, Брейвс у нас начинают в атаке, собственно. Flaming, то бишь FD, у нас начинают в защите. Позже я представлю состав команды. Давайте пока смотреть. Зигзяг у нас Кемпер играет. Кемпер стреляется против Ексика. Ну, Ексик пока не смог завтыкать. Смотрите, там какая борьба в коннекторе. Аж трое в коннекторе у нас выступают. Там Стандин Бенни. Ну что, там имбачка еще минус делает. Боже, неужели пистолетный раунд уйдет к FD? Ну, пока что выходят ребята на аплент. Там у нас каленый отчик Ексик. 38 хелспоинтов у него. Ну и стреляется он на миде. Стреляется против Фокса. Убивает последней пулей. Зарядил просто у нас Ексик, собственно. Сделал килл. Ну и что, Омский? Омский в спину не посмотрел. Сделал минус на ебачку. Но на больше его не хватило. Ексик еще один минус. Собственно, остается у нас один кемпер. Кемпер против двоих. Какие перестрелки у нас жесткие. Прямо в начале игры выступают. Ну, давайте смотреть, у нас кемпер 1 в 2, щипцов у него нету, брони тоже нету, собственно, с 5-7 он выступает, зачекал 90, ну и бежит. Бежит, Ексик у нас рядовый в пленту, 23 хп, даблкил от Ексика в этом раунде был. Ну и все, Дестра, последний минус у нас дает, собственно, ну и все хорошо. Все хорошо, итак, состав команд, давайте я представлю, команда Flaming Diamond, они же FD, имбачка, Standing Benny, Кемпер, Фокс и Дондо. Команда Брейвс, Ексик, Омский, Дестра, Синфан и Стар... Не знаю, как правильно, Старче, или Старчо, или Старфо... Ну, давайте просто Стар будем называть, чтобы я не обижал все-таки парня, может быть, неправильно я что-то говорю. Ну что ж, смотрим. Смотрим мы дальше за игрой. 1-0 у нас Брейвсы повели, пистолетный раунд. В отличнейшем стиле они взяли, собственно, в два игрока у нас там выжило. Ну и смотрим мы дальше. FD в защите, пока что проигрываю. Там у нас Синфан просто, что там сделает. Томский еще минус дает у нас. Ексика под люлечки замечает у нас имбачка. Делает минус, Фокс 1 в 5. С 5-7, ну шансов тут, конечно, у него... Хотя бы девайсик какой-нибудь выбить, хотя бы какой-нибудь фармган найти бы себе. Ну, посмотрим. Найдет ли он себе фармган или так и останется, собственно, с 5-7 бегать. Ну, вот, близко к коннекторе там есть, собственно, человечек. Возможно, сейчас вот он слышит, должен был слышать Ексика. Но Ексик, кстати, без девайса бегает, он тоже с пистолетом, 34 хп у него. Ну, то есть, есть шанс Ексика добить, так или иначе, но посмотрим. Посмотрим, побежит ли сейчас вообще Ексик. Да, бежит Ексик. Ну что, Фокс, Фокс, Фокс. Ну, Ексик, отличная стрельба с пистолета. Просто уже, смотрите, 4 килла у Ексика на 2. Идет 2 MVP у Ексика. Отличная игра от этого парня в начале игры. Ну и 2-0, 2-0. Давайте смотреть дальше. Итак, вау, это что такое? Стандин Бенни купил кольт. Без брони с раскидкой. Остальные с пистолетами опять 5-7. Что-то мне непонятно немножко вот решение вот этого парня. Почему он купил себе кольт, собственно. Ну ладно, дело его, конечно. Но это странно, очень странно. Потому что если сейчас проигрывается раунд, то денег, собственно, опять потом не будет. Ну вот Донда, Донда дал минус на старе. Стар делает тоже минус, размен, короче, Синфан. Выходит на Б уже, вау, там как Дестра отлично зажал, нас двоих убил. Стандин Бенни и имбачка, заработал себе хорошее количество денег. Кстати, собственно, Донда, ну и кольт там потеряли. Кольт не нашли, кстати. Нет, кольт не нашли. Или нашли. Да, нашли. Ексик. Ексик еще и кольт нашел. Ну, это вообще фейспам, короче, полнейший. Ексик нашел себе еще кольт. Собственно, 2 АВП у нас закупается у команды FD. Это Донда и имбачка. У нас со снайперскими винтовками. Брони у парней вообще нету. Две тяжелых брони на всю команду. Остальные просто с чем непонятно с чем, короче, бегают. Стандин Бенни. Вот. А вот сейчас ты с Юспом. Ну, молодец. Ну, отлично придумал вообще. Просто шикарно. Шик-шик да блеск. Что могу еще сказать? Ладно, смотрим. Итак, Донда под Б-понтом со снайперской винтовкой. Батчик у нас играет с люлечки. Собственно, АВП у нас у команды Брейвс нету. Ну, ребята просто дефолтик разыгрывают. Ексик у нас в коврах. Синфан у нас там уже пытается выйти на А. Уже выходит. Синфан взрывает у нас Санин Бенни, у которого был юсп, не было брони. Собственно, ну и выход на АПент у нас идет. За сигареты не зачекали или зачекали? Не знаю, не зачекали, видимо. Ну что, кемпер. Кемпер у нас МП7 тоже выступает. Собственно, Стар у нас еще один минус дает. Смог зажимает просто минус 25 хелспоинтов у кемпера. Ну и... Ну и это четвертый раунд будет, скорее всего. Вот, я не знаю, что тут можно придумать. Ну, смотрите, кемпер смог, хорошо зажал. Ну и патрончиков не хватило. Так бы, может быть, даже и убил. Синфан, 27 хп. Ну, ладно. Итак, имбачка. Имбачка у нас просто бегает по миду. Сейчас должен его убивать. Там, кто там сидит-то? Я вот не вижу. Кто там сидит? Омский. Омский, почему не вылезает? Ой-ой-ой, Омский. Омский делает минус все-таки, да.
Сделал минус на имбачке, выбил он снайперскую винтовку, собственно, ну и... Донда, просто посмотрите, как ХАЕ залетел, минус просто 82 хауспоинта, попадает он в ногу одному, Дестер делает минус, то есть у нас Кемпер, Кемпер один, все, минус. Без потерь. Ну да, ну, Сась, я с тобой полностью согласен, что ранги у парней из ФД очень маленькие, но так или иначе опыт они получат игры вот на этом турнире, так или иначе, вот, но не более того. Не более того. Вот. Ну что, снайперская винтовка у Standing Benny. Закуп опять непонятный для меня. Ну что, вылезает у нас. Там Ексик стреляется. Ексик, кстати, не попал. Вот это вот интересно. Накидывает он хаешечку. Хае хорошая. Вылезает. Вау! Ну почти убил. Еще раз промахивается Ексик. Ну просто убьет или нет. Наконец-то убивает Ексик одного. Замечает еще в зигзаге одного игрока. Но это, скорее всего, сейчас 5-0 будет счет, собственно. Ну что, Дестра. Дестра у нас выходит тоже уже на аплент. Кемпер с Фоксом вдвоем остаются на бэпленте, собственно. Ну и что? Что будет-то? Кемпер с МП7 у нас. Мне непонятны закупы пока что. Вот мне совершенно непонятны закупы команды ФД. Почему? Они каждый раунд, то есть то один закупится, в следующем раунде там другой закупится. Ну и вот таким образом они, собственно, и играют. Ну что, Омский делает минус у нас на кемпере. Последний у нас Фокс. Фокс тоже отваливается, Омский. Отличная игра. Отличная игра, 5, уже 0. Пока что совершенно без шансов. Собственно, напомню, ФД у нас выиграли, ой, точнее, проиграли первую игру со счетом 16-3. Сейчас они уже проигрывают 5-0. Ну, а команда Брейвс по техническому поражению проиграла первую игру. Вот. Я не знаю, с чем там связано техническое поражение, почему дисквалификация в первой игре у них была, собственно, но... Ладно, итак, 3 кольта по 90 МП7 в закупе у команды... А, это UMP-45, извините, UMP-45. У Ацилиона с СК Гейминг 2 калаша. Ладно, Синфан делает open фраг, entry фраг для команды Брейв. Собственно, три игрока еще живы. Имбачка, хорошо. Имбачка на меди открылся. Сделал минус на старе, но Эксик размен моментальный. Стандит у нас Бенни с UMP-45. Смог получать, нашивает его. Минус 35 хлп. Просто моментально. Кемпер у нас где вообще? Кемпер, ну, он оправдывает. Оправдывает свой ник. Кемпер кемперит. Короче, просто ждет. Кемпер, так, Кемпер, хорошо. Минус у нас Синфан. Собственно, 3 в 1. Кемпер остается. Ну и шансов, конечно, взять тут раунд у него. Опять же, нету. 6-0. Сейчас будет счет у нас. Кемпер с джангла будет выступать, слышит его, там и Дестра, и Омский, да все, в принципе, слышат. Ексик последний минус, а снайперской винтовки, прекрасная игра от команды Braves eSports. Отлично, отличная игра. Ну что ж, давайте смотреть дальше. Я не знаю, что нужно сделать команде ФД, чтобы собраться и хоть как-то навязать борьбу своим оппонентам, собственно. Ну, тут уже дробовики какие-то пошли в ход, по 92 две штучки. Ну, давайте такие ставочки сделаем, возьмут ли ФД сегодня... Ну, давайте так, два раунда. Смогут ли взять ФД два раунда? Потому что один, я думаю, они возьмут, так или иначе. Как-нибудь-то точно. Ну, а вот два, не знаю. Насчет двух не уверен. Вот, кстати, смотрите, Донда, хорошо. Там уже минус 3 сделали. Вот только я сказал, как ребят собрались. Вы посмотрите, минус 3 уже и Омский вместе с Ексиком остаются вдвоем. Омский делает минус. Ексик просто ждет аркаду. Как не убивает он сейчас? Ну, боже, как не попал по Фоксу. Стандит Бен еще минус. Но это раунд, походу... Ексик просто ждет аркаду. Ексик, ну как же ты отводишь прицел-то, боже мой. Кемпер последний минус забирает снайперскую винтовку. 6-1, браво. Браво, ФД, ура, ура. Браво. Так, 6-1. 6-1, первый раунд у ФД взяли, молодцы. Ну что, может быть, соберутся. Ну вот, расслабились Брейвс, что могу сказать. Расслабились и отдались по одному. Так, Ексик, первый минус есть. В коннекторе или в окне, не понял я, где убили. Собственно, имбачка там, что, забрал? Да, забирает имбачку на снайперскую винтовку. Хотел только что опять он стреляться на миде против своего оппонента. По абуа... По снайперу команда Брейвс, но не пошло, не решил не стреляться просто. Итак, у нас старт замечает в коврах аркаду, собственно, просто убегает. 4 в 5, надо реализовывать просто свое преимущество, собственно, ну и... Давайте смотреть. Итак, Ексик. Ексик еще один минус. Донда, хорошо, у нас играет за сигареты. Делает минус тоже на, собственно, на Дестра. Синфан. Размен моментальный. Имбачка. Имбачка выходит. Неудачно. Выстрелил. Имбачка, хотя минус Ексик. Вот так вот. Ну что, имбачка, может быть, еще один минус дашь? Нет. Ой, извините, пожалуйста. Нет. Больше минусов не удалось ему сделать. Фокс 1 в 2.
Бомба у нас просто бежит, собственно, ставится на куда? На БПН. На БПН бежит бомба. Фокс пока об этом, конечно же, не знает. Ну, Омский замечает у нас. Собственно, Фокса дает хаешечку. Хае хорошая. И минус просто трехочковый. Залетает Фоксу. 7-1. Без шансов. Давайте статистику глянем. 4-8 имбачка. Кемпер 3-7. 3-8 Донда. Бенни 2-7. 2-7 Фокс. Команда Брейвс. Ексик 10-2. 8-3 Синфа. Омский 10-2. 5-2 Дестра. Старт 4-5. Вот знаете, что могу сказать? В этой группе, вот в шестой, вот по сравнению со вчерашней первой группой, накала, страстей вообще никакого нету. У нас все игры заканчиваются со счетом 16-3, 16-5, 16-2. И вот сейчас 7-1. Ну, то есть это жуть какая-то, короче, я не знаю. Ну ладно, давайте смотреть, так или иначе. Open фраг уже был, собственно, Синфан еще один минус делает. Синфан дабл, килл, кемпер, собственно, ну и разваливаем. Просто развал кабин у нас происходит. 8-1 счет. Первую половину у нас уже точно выиграли Брейвсы. Ну, что могу сказать? Ну, FD, конечно, не надо расстраиваться по поводу того, что они так разгромно всем проигрывают. Ну, ребята явно пока что, ну, скиллом не достают до своих тиммейтов. Пока что не очень удачно. Пока что не очень удачно выступают. Они, кстати, не в КС-ке разговаривают, мне интересно. Я отключил Voice Enable только что. Ой, как имбачка залетает просто, но флешка плохая была. Надо было накидывать моменталочку, а он накинул просто обычную флешечку, собственно. Она не ослепила, успели от нее отвернуться ребята из команды Braves. Ну, уже два минуса уже есть. В подвале есть информация по Донда. Минус по нему от Ексика. Ну и девятый раунд. Это девятый раунд. Кемпер у нас с дробовиком. Просто смотрите, просто ну-ка давай, убивай его быстрей! Нет. Не убил Синфана. Хотя вот зажимал, конечно, он просто стрелял в него, как вот самого своего злейшего врага, наверное. Все пули выжил у него просто. Изо всех сил пытался убить. Ну, смотрите, что это такое? Три дробовика. Три дробовика, пуколки от Донда, Фокс. Ничего не понимаю, короче. Ладно, 9-1. 9-1, выход из ямы, собственно. Ексик, первый минус есть, хорошо. Ексик, стык 9. Еще какой минус по Донда. Вау, даблкил, отличнейший. Кемпер, Фокс, МФК вообще стоял, имбачка умирает от Дестра. Ну, как комментировать это очень трудно, ребят. Вы тоже, кто еще смотрит это, собственно, поймите меня. Комментировать такую игру очень тяжело, очень тяжело. Омский у нас минус делает. Ну что, Дестра убьешь? Нет, убивает Фокс Дестра, хорошо. Зажал просто все пули свои с пистолета, а Омский последний минус, 10-1. Очень тяжело комментировать игру, в которой одна команда, ну, на голову выше, собственно, своих оппонентов. На голову выше. Поэтому я не знаю. Я не знаю, как их комментировать. Собственно, ладно. Две снайперские винтовки в затаре у команды FD. Собственно, дробовик P90. Ну и у имбачки P2000. Ну, давайте смотреть, что там. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как же долго Фокс ведет прицел, не знаю. Ну, ладно. Очень долго вел. Ну, Омский первый минус. Антрифраг для команды Брейвс уже есть. Собственно, выходит у нас Дестра из ямы. На понте, что никого нету, что ли? Там имбачка только. Имбачка одна, собственно, или один. Не знаю, девушка это или парень. Фокс, хорошо. Фокс минус Ексик. Замечательно. Омский делает минус. Омский у нас чекает там, кстати... Омский! Убил все-таки Фокса, смог. Выглядел просто все-таки эту моделечку, собственно, своего оппонента. Ну и Донда вместе с Кемпером вдвоем контролит бомбу, кстати. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, Молотов как... Извините. Ну ладно, Кемпер. Кемпер даже вот не смотрит. О, вы слышали какие-то звуки, да? Вот я слышал. Я слышал звуки. Ладно. Донда тоже промахивается. 11-1. Ой, печаль. Печаль, тоска, когда счет 11-1. Печаль, тоска, ребята. Ну ладно. Ну что, я еще раз говорю, не надо, собственно, команде FD расстраиваться ни в коем случае. В том, что они проигрывают с таким счетом, нет ничего такого. Просто они пока слабее, ну, пока явно слабее своих оппонентов. Ничего такого нету. Ну что ж, Фокс. Фокс включается просто. Брат Досяна, давай. Жги, брат. Ну-ка. Лиса, давай. Погнал. Опа, нет. Не убивает. Стара, Кемпер. Никитос Изи. Какой был смысл им турнир заявляться? Ну, я не знаю. Ну, просто для опыта, наверное, Векс. Просто для опыта. То есть, ну, поиграть с более сильными командами. Потому что, ну, вот, например, смотри. Например, типа, в Праге, да, вот, если ты играешь Праг против такой сильной команды. Вот я бы, например, после 7-0, против 8-0, я бы просто с сервера выходил и все. И сказал бы, типа,
сказал бы просто, сори, братва, но вы слишком слабые, типа, извините. А тут, типа, так или иначе придется ребятам доигрывать. Ребят, пожалуйста, у кого есть YouTube канал, ну, кто на YouTube зарегистрирован, вот. Собственно, можете видеть, там Мобот скинул ссылочку на YouTube канал. Зарегистрируйтесь. Ой, это подпишитесь, пожалуйста, ребят. Две подписки нужны для оформления партнерской программы. Ну да, может быть, даже в натуре думали, что кого-нибудь смогут выиграть FD. Может быть, думали, что уровень может ниже, типа, что могут побороться. Ну, может, еще волнуются тоже, знаете, волнение тоже присутствует, я думаю, ребят. Просто, ну, стрельба. Стрельба намного хуже просто. Вот, стрельба намного хуже. 13-1 у нас счет, last раундик остался, собственно, ну... Ой. Вот, конечно, мне обидно, что первая игра, вот, Брейвс должны были играть с командой, как она называется, забыл, которая, короче, 6 очков у нее, и Брейвс техническое поражение. То есть это, понимаете, это была бы сейчас первая такая, ну, нормальная игра в этой группе, и там ТП, короче, ну, я не знаю. Ой-ой-ой, станет Бенни, там минус один дал по Ексику. Ну, собственно, 3 в 4 ситуация. Last раунд, первая половина встречи. У нас Инфан дает еще один минус, собственно, ну и убивает последнего тоже. Игрока команды FD 14-1. Статистика после первой половины. FD имбачка 5-15, 5-14 Фокс, Кемпер 4-14, 3-14 Станин Бенни и Донда 3-15. Команда Брейвс. Синфан 23, 16-5 Ексик, Омский 17-2, 11-4 Дестра, Стар 8-6. Нет, на Ютубе надо 100 подписчиков, ну... Ой, дверь, ребят, сейчас, сори. Так, прошу прощения, надо было девушке открыть, пришла. Короче, что, пистолетный раунд у нас, собственно. Я подписался, должно быть 100. Спасибо большое, я сейчас проверю. Там, короче, сейчас, ладно, я откомментирую. Собственно, Брейвс, Ексик делает минус, остается у нас Фокс, 1 в 2, пистолетный раунд, и иду, его просто резать идут. Ну вот это зря, зачем вот это делать, я не понимаю. Зачем вот это делать? Зачем вот эти понты? Какие-то глупые понты просто, которые не нужны. Собственно, там, если оформляешь партнерскую программу не от Ютуба, а от... какого-то сайта, то есть там же есть подписки, типа, которые там выводят на WebMoney, не на Payment, или как там, PayPal, или PayPal, да, не на PayPal, а на, то есть, WebMoney, например, там нужно 100 подписчиков и больше 3000 просмотров, то есть, у меня все это имеется, кроме 100 подписчиков, сейчас я проверю попозже, сколько там уже есть, и, возможно, сегодня уже оформлю подписку, вот, шел у нас last раундик, 15-1, Braves без шансов выигрывают своих оппонентов, собственно. Ну, давайте смотреть. Станем Бенни, кстати, open фраг, entry фраг есть для команды FD, хорошо. Ну и, не знаю, есть ли тут шансы, конечно, за второй раунд ребятам зацепиться. Брейвс Дестер делает еще один минус, на бэкпоинт у нас уже идет выход вовсю, собственно. Выпрыгивает у нас Донда, Донда умирает, Дестра, имбачка забирает. Кстати, имбачка, Фокс даже взрывает, а не имбачка. Ну и 3 в 3, ситуация у нас, Омский с диглом бежит на бэкпоинт помогать своим тиммейтам. Собственно, Ексик делает еще один минус, Дестра два игрока, это Кемпер с имбачкой против троих оппонентов их. Ну и что ж, Ексик, да, еще один минус Ексик и Кемпер, ну это good game.